ВВС США замалчивают об обстоятельствах гибели своих летчиков в Сирии. Военные сознали, что потеряли 19 человек и объяснили, 8 из них погибли в результате действий противника. Что случилось еще с 11? Как они погибли? Тайна, покрытая мраком. Информация о том, что за время операции в Сирии был сбит хоть один самолет, никогда не поступала. Западные силовики говорят, что меньше половины военнослужащих погибли во время боевых действий, от чего погибла другая половина, не говорится. Эксперты считают, что летчиков могли погубить неумелые действия. Американская пресса активно обсуждает беспомощность ВВС США и приводит в пример действия российских ВКС, которые сумели переломить ход войны.